Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Сердце ласточки. Часть 13. Автор Роуз Роуз читает Кэтвилд. Мертвые ласточки. Ночь 30. Чунгук нанес последний слой смолы на заделанную брешь. Лодка была готова, как и весла, сделанные на скорую руку из тех самых досок, что Чунгук нашел в кладовке. Работа была не ахти какой, но выбирать не приходилось. Чунгук торопился, и впервые ему было плевать на качество. Он лишь надеялся, что самодельных весел хватит, чтобы догрести до города, где удастся найти механика, который починит брошенную на обочине машину. Смола блестела на солнце. Чунгук выпрямился и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Жара нашла ласточкину лощину. Воздух был сухим и горячим. Зеленые кустарники и мох местами пожелтели. Хотелось дождя, грозы. Она казалась менее угрожающей, чем палящие лучи. Чингук смотрел куда-то в дальний взглядом. Пот продолжал скатываться со лба, бежать по спине. Он сделал все возможное, а теперь оставалось ждать, пока лодка и весла высохнут. Чунгук засек воображаемые часы, надеясь, что ласточкина лощина не сыграет со временем в очередной раз. Травный сборник больше не представлял интереса. Но Чунгук продолжал загибать исписанные страницы. Приближался тридцатый день его пребывания в болотном доме. Месяц назад он пропал из собственной жизни и оказался втянутым в чужие тайны, которые становились тем понятней, чем ближе он к ним подбирался. Чунгук бросил кисть в банку со смолой и потянулся. Он все еще не разгадал главную тайну болотного дома, но нутром чувствовал опасность, которая подкрадывалась к нему из окружающих ласточкину лощину лесов. Она пряталась меж тропинок, которые собирались в единое кольцо. И чем больше Чунгук петлял по ним в надежде выбраться, тем быстрее они выводили его обратно к дому. Лес водил Чунгука по кругу, а в один из дней, сидя на крыльце после очередной неудавшейся прогулки, Чунгук обнаружил, что пропал из-под кресла спрятанный дурман. Думать на Тэхёна не было смысла. Хозяин дома выглядел не лучше Чунгука. После болезни он стал более замкнутым и менее разговорчивым. Много времени проводил в оранжереи и совсем не ходил в лес. Чунгук пробовал его разговорить, но Тэхён отвечал односложно заламывал руки и спешил скрыться между цветущих орхидей. На зародившуюся между ними близость намекали лишь украдкой брошенные взгляды хозяина дома, когда он думал, что Чунгук не видит, и редкие прикосновения, почти случайные и слишком короткие, чтобы почувствовать тепло. И все же Чунгук не мог не заметить, что кожа Тихиона оставалась теплой. По пути в дом Чунгук стянул через голову футболку, вытер ей пот с груди и живота. Оставив ее на заднем крыльце, он отправился в ванную. Внутри было свежо, но облегченно выдохнул Чунгук тогда, когда на разгоряченное и уставшее тело полилась прохладная вода из душа. Капли отскакивали от кожи, брызгами летели на пол и стены. Но Чунгук не обращал внимания. Упершись руками в плитку и опустив голову, он позволял воде смыть усталость и разочарование последних дней, расслабить затекшие от долгой работы мышцы. Он также хотел, чтобы холодные капли унесли с собой тоску по Тэхёну. Но они лишь напоминали о том, какими легкими были прикосновения, когда чужая кожа была холодной. Чунгук не услышал, как отворилась дверь но судорожный вздох перекрыл шум воды, и он обернулся. Тихон стоял на пороге, удивленный и очень смущенный. Щеки его приобрели черешневый оттенок. Чунгук уже успел соскучиться по красному цвету на чужом лице. Тихон смотрел на него своими огромными глазами, отросшая а челка скрывала их, но было невозможно не заметить испуг. Он боялся Чунгука. Я не... Тыхион словно споткнулся о собственные слова, подтупил взгляд. Извини. Тыхион, крикнул Чунгук ему вслед, но хозяин дома уже выбежал из ванны, неловко прикрыв за собой дверь. Было очевидно, что Тихион избегал Чунгука, но очередной загадкой оставалось, почему хозяин дома стал стесняться его все еще в душе, пока вода охлаждала вновь разгоряченную чужим появлением кожу, Чунгук снова и снова вспоминал, каким Тэхён был в первые дни их знакомства. Его точно не могла смутить чужая нагота. Что же творилось с Тэхёном теперь? Что он убегал, словно ошпаренный? Чунгук пробовал с ним поговорить, но продолжал натыкаться на односложные ответы и опущенный взгляд. Таки он краснел, а затем убегал. Их отношения становились хрупкими, как лед, который удерживал их друг от друга в самом начале. Чингук не был согласен, но и поделать ничего не мог. Ему оставалось лишь роль наблюдателя, и он наблюдал за человеком, которому продолжало тянуться его сердце. Ему, глупому и горячему, было невдомек, что чужое тепло оказалось гораздо холоднее ледяных поцелуев. Жара не оставляла ласточки на лощину. Солнце больше не дарило надежду. От его лучей хотелось спрятаться, даже когда они скрывались за тяжелыми облаками. Проверяя лодку, делая мелкую, но важную работу, Чунгук раздраженно передергивал спиной. Он был уверен, что погода — еще один способ болот отвлечь его, а потому чертыхался под нос, но продолжал орудовать инструментами. Иногда от жары мутнел рассудок. Тингук на ватных ногах возвращался в дом и валился на прохладный пол. Стягивал себе одежду, которая жгла кожу, и лежал на спине, раскинув руки и ноги, глядя в потолок. Тихюн находил его в таком состоянии, возвращаясь из оранжереи, и спешил напоить водой. Он ничего не говорил, только слегка касался горячей лба Чунгука, проверяя, нет ли температуры. Хозяин дома в эти моменты казался иллюзией. Чунгук жальнул ближе к теплой руке, тоской по прикосновениям, хотя его кожа продолжала гореть. Тыхион не задерживал руку надолго. Ее сменяло смоченное в ледяной воде полотенце. Иногда Чунгук скрывался от палящего солнца в лесу. Тыхион, если и знал о его бегстве, больше ничего не говорил, не увещевал, что чаще опасно. А Чунгук словно испытывал терпение ласточкиной лощины, играл с ней. Как скоро она перестанет водить его кругами или, разозлившись, утянет в топе? Чунгук смеялся сам с себя от чувства азарта, которое становилось тем больше, чем чаще он ступал на тропинку, которая вела прочь от болотного дома и выводила к нему же. Все медленно тянулись дни, но совсем застывшими казались ночи. От жары Чунгук снова начал спать на полу. Он стелил одеяло рядом с большим окном, которое оставлял открытым, в надежде на прохладный ночной ветер. И подолгу лежал без сна, разглядывая задний двор болотного дома, белеющую вдали лодку. В доме стояла тишина. Только из леса доносили шорохи и шелест деревьев. Чингу гадал, что кроется в лесных звуках, угрозы, предупреждения. Глаза его смыкались от усталости, в ушах продолжал звучать шепот. В одну из таких ночей рядом с ним оказался Тэхён. Он спустился со второго этажа и застыл у кромки расстеленного на полу одеяла. Чингук лежал на спине, глаза его были закрыты, но он не спал. В тишине дома снова громко звучало его сердце. Стук больно отскакивал от ребер. Какое-то время Тихион просто стоял рядом, затем присел на пол. Чунгук не шевелился и старался дышать размеренно. Он не хотел спугнуть хозяина дома. Что бы тот ни задумал, Чунгук молился, чтобы перед этим Тихион коснулся его. Напомнил о том, что до тоски между ними была нежность. Одеяло зашуршало, когда ты он укладывался. Чунгук не знал. Понял ли хозяин дома, что он не спит, но продолжил лежать закрытыми глазами и медленно дышать. Прохладный ветер обдувал обнаженную кожу, пока не коснулись теплые губы. Чунгук вздрогнул. Ему показалось, что в этот самый момент его сердце пробило трещину в грудной клетке. Оно рвалось, навстречу Тихиону. Безумные и бесстрашные. Хозяин дома, словно не слыша, оставил еще один поцелуй на груди, прежде чем положить на нее свою голову, прежде чем обвить Чунгука руками. Ветер больше не спасал. Ничто больше не могло спасти Чунгука и его сердце, которое почти потеряло надежду. А теперь воскресало в чужих руках. Ночь тянулась бесконечно долго. Чунгук подумал, что вот оно, пойманное в ловушку ласточкиной лощины время. И он был не против. Да и он давно спал, продолжая обнимать его поперек груди и сжаться ближе. Как если бы вокруг стояла ледяная зима. Объяснить порыв хозяина дома было невозможно. Как и подобраться к его секретам. Поэтому Чунгук просто лежал, позволяя своему глупому сердцу надеяться на то, что тепло между ними продлится дольше, чем замершая ночь. Возможно, Чингук на долю секунды задремал. Возможно, шепчущим из леса деревьям удалось его убаюкать, но вздрогнувший в его руках Тихион заставил очнуться. Сквозь стук собственного сердца Чингук услышал, как заполошно колотится сердце хозяина дома он был весь взмокший. Он продолжал вздрагивать. Высохшие губы были приоткрыты. Между бровей залегла морщинка. Холодный пот струился по горячей коже. Ветер пускал по ней мурашки. Чунгук не мог поверить своим глазам. Тэхёну снился кошмар. Сны оставили Чунгука, и он предполагал, что та была заслуга дурмана. Но видеть... Как беспокойно спит Тэхион, было странно. И что-то подсказывало Чунгуку, что хозяин дома не врал. До недавнего времени кошмары во снах действительно обходили его стороной. Тэхион, позвал Чунгука беспокойно. Никакой реакции не последовало. Тэхион продолжал тяжело сглатывать и сильнее цепляться за Чунгука. Тэхион. Он позвал еще раз. Ночь оставалась густой и тягучей. Ей не было дела до страшных сновидений. Чунгук не смело прикоснулся рукой голой спине Тайхёна. Жемчужная кожа была теплой против холодных кончиков пальцев, остуженных ветром. Чунгук принялся мягко поглаживать спину Тайхёна и легонько дуть на влажное лицо. Он не мог не думать о том, как внезапно они поменялись местами. Тэхён, утверждавший, что живет в кошмарах, и Чунгук, блуждавший в них ночь за ночью. Сны оставили незваного гостя, но начали преследовать хозяина дома. Значило ли это, что жизнь Чунгука должна была превратиться в кошмар? Чунгук. Чунгук опустил глаза. Тэхён продолжал держаться за него, очнувшись ото сна. Глаза его смотрели в сторону лодки. И было невозможно разобрать, какие смыслы кроются в деревянной посудине для хозяина дома. Чунгук задержал дыхание, надеясь, что Тэхён не выпорхнет из его рук. Но он лишь тяжело сглотнул и снова прикрыл глаза. Тебе приснился страшный сон. Сказал Чунгук. Нет, ответил Тихион хриплым голосом. Не страшный. Тэхён замолчал, прижался еще ближе, хотя расстояния не было даже между стуком их сердец. Он зажмурился сильней, уткнулся головой в Чунгукову грудь и судорожно выдохнул. Чунгук почувствовал влагу на своей коже. Я бы. Хотел никогда не просыпаться, — прошептал Тэхён. Чунгук зажмурился. Он не хотел видеть лицо Тэхёна. Достаточно было слышать отчаяние в его голосе. Они многим не делились, и Чунгук понимал, что никогда не узнает, что за сон приснился хозяина дома этой ночью. Но тихих слов было достаточно, чтобы понять, он для Тэхёна был важней, чем любая реальность, важнее, чем реальность, в которой был Чунгук. Больше Тихен не произнес ни слова. Он продолжал обнимать Чунгука, жаться к нему, даже когда снова уснул. Ночь не спешила. Явно позволяла сполна насладиться сном, от которого не хотелось просыпаться. Чунгук охранял этот сон и глядел в окно, рука его не спеша рисовала круги на теплой коже Тэхёна. Время окончательно замерло, застыли верхушки деревьев, смолкли шорохи леса. И только покачивалась на невидимых волнах лодка. Белоснежная и далекая — единственная причина не идти на поводу у застывшего времени. Чунгук смотрел на нее пока белое не стало размытым пятном на горизонте, пока не слилось воедино тепло двух тел. Чунгук смотрел на нее до самого утра, больше не сомкнув глаз этой длинной ночью. За завтраком Тэхюн вел себя, как ни в чем не бывало. Он сторонился Чунгука и нарочито, вежливо позволил первым отправиться в ванную. Первым налить чай в страшную цветочную кружку – первым взять с тарелки ломать хлеба. Жара продолжала окружать болотный дом, заглядывать внутрь жалящими лучами. Тюнгук чувствовал, как пригоршнями по спине катится пот, как закладывает уши. Он чувствовал покалывающее на коже раздражение. Безразличие Тихёна доводило только сильнее. Хозяин дома хотел стряхнуть, на него хотелось надавить, чтобы добиться хоть какой-то реакции какого-то ответа. Чунгук устал от недосказанности. Он устал искать. — Что тебе снилось? — спросил Чунгук, гадая, как Тихен уйдет от ответа в этот раз. Он спрашивал нагло и зло, словно продолжалась его игра с ласточкиной лощиной и блужданием по заросшим тропинкам в чаще. — Это был всего лишь сон. Отмахнулся Тихен, а потом добавил чуть тише. — Извини, если напугал. — Ты не напугал меня, — сказал Чунгук, выделяя последнее слово, — потому что он давно перестал бояться местных причуд. Ты явно был напуган сам. Что тебе снилось, Тэхён? Хозяин дома замолчал, и Чунгук готов был рвать на себе волосы. Он чувствовал, что у него заканчиваются слова. Он устал искать ответы и натыкаться на новые вопросы. Глядя на вновь смущенного и отстраненного Тихиона, он гадал, как скоро произнесет слова, после которых будет нечего добавить. — Ты продолжаешь, — заговорил Чунгук изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не закричать. Ему было больно, и он оставался наедине с этим рвущим сердце чувством. Отталкивать меня снова и снова, Тэхён. Ты делаешь это снова и снова, а я, я как дурак, как полный идиот, продолжаю к тебе тянуться. Я не лезу в твои тайны дальше, чем ты позволяешь. Я не задаю лишних вопросов. Я ни в чем не виню тебя, но я согласен терпеть выходки этого проклятого места. Но когда меня отталкиваешь ты... Это делает больно, Тэхён. Ты делаешь мне больно. Чингук встал из-за стола и принялся расхаживать по кухне. Он смотрел себе под ноги, руками вцепился в волосы. Проклятая жара не давала мыслить здраво. Было нечем дышать. Волнами накатывала паника. Волнами накатывали отчаяние и желание. Бороться за Тэхёна. Чингук не знал, каких чувств в нем больше. Он снова не знал, какие чувства правильные. Он запутался. Устал и запутался. «Обычно мне не снятся сны», — сказал Тэхён. «То есть мне уже очень долгое время не снились сны до прошлой ночи». Чунгук замер, посмотрел на хозяина дома. Тот смотрел в ответ. Пальцы его обводили кромку еще одной страшной кружки и слегка подрагивали. И я не знаю, по какой причине, мне вдруг приснился сон, сказал Тихон, оставляя кружку и поднимаясь из-за стола. Потому что ни одна причина не может быть достаточно веской, чтобы я смог снова видеть сны Чунгук. Я не врал, когда говорил, что не боюсь ночных кошмаров, потому что любой из них я бы предпочел своей настоящей жизни. Тихон обошел Чунгука собрал грязную посуду со стола и сгрузил в раковину. Затем обернулся и оперся поясницей о кухонную тумбу. Он смотрел на Чунгука, и в глазах его как будто угадывалось понимание. Как будто он знал, через что проходит Чунгук, но ничего не мог с этим поделать. А Чунгук смотрел в ответ и спрашивал себя, ради чего приносит себя в жертву ради чего тягается с ласточкиной лощиной, которая была не по зубам даже ее хозяину. Джин приехал, — сказал вдруг Тэхён. Чужое имя вырвало Чонгука из оцепенения. Он словно вспомнил давно забытый сон. Он вспомнил, как Нитэхён убеждал его, что разгадка близко. Он вспомнил, как снова и снова шагал вперед, пока Ласточкина лощина самыми нечестными способами отбрасывала его назад. Чунгук взглянул на Тэхёна, и на секунду ему показалось, что хозяин дома ждет, когда он скажет, что с него довольно. По какой-то причине Тэхён ждал, что Чунгук сдастся. И я с тобой сказал Чунгук, следуя за Тэхёном к двери и готовясь идти наперекор, если его не пустят. Он был настоящим мазохистом. Он ходил по краю обрыва, спотыкаясь снова и снова, но каждый раз недостаточно сильно, чтобы остановиться. Тэхён не стал возражать. Они вышли на залитый солнцем задний двор и по тропинке двинулись к болоту. По спокойной воде плыла моторная лодка с единственным пассажиром на борту. Чунгук шел за по желтой траве, гадая, почему отвечавший отказом на любую инициативу, он вдруг разрешил пойти вместе. Чунгук искал знаки, и их власточкиной лощине было предостаточно, но разве хоть один объяснял поступки хозяина дома? Солнце грело спину и волосы, мечтая сосредоточиться, и в какой-то момент Чунгук приглушил собственные мысли. У либо были причины, либо не было. В любом случае Чунгук об этом вряд ли узнает. Поэтому он просто ступал по горячей земле, надеясь, что чужое поведение объяснится со временем. — Ну что, братец, ведешь жениха на официальное знакомство? — крикнул Джин, даже не успев причалить. Чунгук стал рядом с Тэхюном и удивленно на него посмотрел. Он не ослышался. — Джин... «Твой брат?» — спросил он в полголоса. Тихон кивнул, не отрывая глаз от приближающейся лодки. Лицо его было хмурым, глаза из-под темной челки смотрели настороженно. Именно так он выглядел, когда болотный дом навещал его отец, застывший в ожидании опасности. Чунгук же переводил глаза с одного парня на другого. Мысли его снова зашумели наперебой. Выходит, еще одна догадка оказалась правдой. Цак-джин был братом Тахёна. Значило ли это, что каким-то невероятным образом они были связаны с семьей погибшего 20 лет назад парня? Чунгук замотал головой. Значило ли это, что они были семьей погибшего парня? Чунгука замутила, горло поступила кислота. Он сцепил замок пальцем. И до боли прикусил щеку. Рот наполнился металлическим привкусом крови. Чингук сморгнул подступившие глазам слезы и постарался выровнять дыхание. Жара остановилась, все невыносимей. Когда Джин причалил и подтянул лодку на берег, так он сделал шаг вперед, загораживая Чингука спиной. По какой-то причине, конечно же, было неясно, но Чингук не стал устраивать сцену вместо этого обратившись вслух. Ему было любопытно узнать, о чем обычно беседуют братья. Привычными движениями Сакжин достал из лодки мешки с продуктами и сгрузил на землю. он молча наблюдал за ним, не показывая эмоций. Но Чунгук снова видел едва искрящиеся молнии, которые исходили от хозяина дома. Что же за отношения связывали Тэхёна с семьей, что он не только отгораживался от них сам, но и стремился защитить от них Чунгука? — Какой холодный прием, братец, — сказал Джин в голосе, послышалась усмешка. — И что, даже не обнимешь? — Тебе не к лицу ломать комедию, Хён, — только ответил Тэхён. Значит, Джин был старшим братом. Чунгук украдкой рассматривал его лицо в поисках схожести, но никак не мог ее найти. Губы Сакджина были куда более пухлыми, чем губы Тэхёна, а вал лица у них тоже был разный, как и разрез глаз. Чунгук ни за что бы не поверил, что перед ним родные братья, если бы не слова Джина. И все же важным было не это. Если Чунгук домыслил правильно, как Сакджин с Тэхёном могли быть вполне зрелыми участниками истории двадцатилетней давности и при этом не стареть ни на один год. Чунгук сильнее сжал руки. Он искал хоть какую-то опору, потому что его измученный предположениями мозг не выдерживал. Чунгук раздумывал, что страшит его больше. Возможная виновность Тэхёна или его застывшая молодость. Ответ был очевидным. Чунгуку больше всего на свете не хотелось узнать, что Тихен — хладнокровный убийца. Но это означало, что он должен принять нечто сверхъестественное. Конечно, он не знал, как именно Сагджин и Тихен выглядели двадцать лет назад. Но никакая молодость не длится так долго. — Неважно, твой дружок выглядит, — сказал Джин. Чунгук отвлекся от размышлений и посмотрел на Сакджина. Он улыбался, в глазах плясало самодовольство. Внезапно он сделал резкий выпад в сторону Чунгука. он тут же отреагировал. Он не коснулся брата, но спиной толкнул Чунгука назад. Сакджин расхохотался. Ха, защищаешь его? Неужели он тот самый? Сакджин обращался к брату, но смотрел на Чунгука. Давно пора, а то ведь часики тикают. Замолчи, Хён. Ты Хён поморщился, но так и не дотронулся до брата. Хотя Чунгук ощущал исходящий от хозяина дома гнев. Конечно, в этой дыре время идет совсем по-другому. Но вдвоем все же повеселее, должно быть, я прав. Джин продолжал смотреть на Чунгука, словно хотел, чтобы в его словах уловил некий смысл словно давал подсказку. — Или наоборот, — хотел запутать. — Отцу-то, конечно, не понравился совсем, но ему и не надо, чтобы наш Тэйхё не с кем-то крутил, понимаешь? — Джин, прекрати, — снова сказал Тэйхён. Но старший брат его не слушал. Он вглядывался в Чунгука, как будто упорно втолковывая ему очевидные вещи которую он почему-то не мог понять. Чингук завороженно следил за Джином и, наконец, начал замечать слабое сходство с Тихеном. Вокруг старшего брата искрились похожие молнии. Джин поймал его взгляд и снова заговорил. — Ты ведь не глупый, раз продержался тут столько времени, — сказал он и принялся отступать обратно к лодке. — Но в твоих интересах заканчивать с игрой в угадайку. — Меньше думай, парень. Твои мысли ему не нужны. Хион. Но Джин не собирался слушать. Он оттолкнул лодку от берега и перепрыгнул через борт. Заурчал мотор. Когда лодка достигла середины болота, Джин обернулся и крикнул, все еще не сводя глаз Чунгука. «А вот слова!» «Мог ли ты, Хион, убить собственного брата?» Чунгук шел по тропинке, которая, был уверен, выведет его обратно к дому. Но ему было необходимо побыть наедине с собой, чтобы привести в порядок голову, поэтому только лодка Джина скрылась из виду, он пробормотал что-то неразборчивое про плохое самочувствие из-за жары и поспешил в сторону леса. Тихон отрешенно кивнул и двинулся к оранжереи. Жара не спадала. Но в лесу было значительно легче — Густые кроны скрывали Чунгука от солнца, и он пробирался сквозь траву и кустарники, стянув мокрую футболку и закинув ее на плечо. Давай разгоряченной коже отдых. Мог ли ты убить собственного брата? Чунгук чувствовал, что он наконец добрался до самого важного вопроса. Он также знал, что не получит ответа, если решит задать его Тихену. Хозяин дома, если не препятствовал стараниям Чунгука добраться до истины, то точно им не потворствовал. Чунгук усиленно думал, словно бусина, собирая имеющиеся факты воедино. Он знал, что двадцать лет назад в здешних краях нашли тело парня. И некий журналист Пак был уверен, что этого парня убили. У мальчишка был из семьи плотника, и у него было четыре старших брата. Чунгук знал, что Тэхён был связан с этой историей. Он также знал, что его собственные догадки зачастую верны. Именно поэтому он был почти уверен, что Тэхён, Сакджин и их отец – та самая семья, что потеряла брата и сына 20 лет назад. Почти. Потому что Чунгуку было сложно принять, что герои истории с течением лет нисколько не изменились. Под ногами хрустели ветки, шелестели под едва ощутимым ветерком листья на высоких деревьях. Чунгук продолжал шагать под привычный шум, не обращая внимания на усталость и бегущий ручьями пот. Теория о том, что Тэхён — убийца, подтверждали слова его отца, а также сон Чунгука, в котором именно Тэхён чуть его не утопил. Теорию его невиновности — Подтверждало нечто эфемерное. Чунгук остановился и зачесал назад прилипшую колбучелку. Он понимал, как абсурдно выглядят его доказательства, но это было все, чем поделилась с ним Ласточкина лощина. Чунгук снова зашагал по тропинке. Ему лишь нужно перечислить все, что он успел узнать, а о правдоподобности он подумает позже. Хозяин снов сказал, что ласточки не стали бы вредить Тихену. Из-за этого следовало, что все же не Тихон душил Чунгука в том страшном сне. А значит, обвинение пожилого мужчины могло оказаться ложным. Споткнувшись о маленький сучок, незаметный в густой траве, Чунгук вдруг вспомнил про исчезновение журналиста Пака. Ему не раз угрожал именно отец погибшего мальчишки. Неужели угрозы сыпались на журналиста потому, что он почти докопался до истины? Но кого он подозревал? И что в таком случае скрывал отец Тыхена? Воспоминания о журналисте натолкнули и на его статью. Чунгук вспомнил часть истории, на которую при первом прочтении не обратил внимания. Некий молодой парень просил пока встречи, но не появился. За этой деталью последовало следующее. Из четырех братьев погибшего мальчишки журналиста видел лишь троих. Чингук остановился и зажмурился, стараясь не сбиться. Мог ли парнишка, уверенный, что знает убийцу, быть тем самым братом, что не вышел на крыльцо вместе с семьей? Мог ли тем парнишкой быть Тэхён? Когда Чунгук вышел к дому, солнце уже село. По болоту стелились сумерки, жара немного спала, и воздух не был таким горячим. Чунгук немного постоял на опушке, прежде чем надеть обратно футболку и двинуться к крыльцу. На первом этаже никого не было. Должно быть, он все еще был в оранжерее. Чунгук решил дождаться его на улице, а заодно проверить лодку. По его посчетам, она должна была высохнуть. Большое окно было открыто. Чунгук перешагнул через него и спустился по крыльцу. Прохладный вечерний воздух заполнил легкие впервые за несколько дней. Чунгук вдохнул полной грудью. Или все дело было в том, что, гуляя по лесу, он решил, если не для Тихена, то для себя, как относиться к прошлому и настоящему что оплетали ласточки на лощину, словно ядовитый плющ. Сумерки становились гуще, белая лодка снова светилась в них ярким пятном. Чунгук потрогал смазанные смолой доски и удовлетворенно кивнул. Лодка была в самом деле готова к отплытию. Оставалось разобраться, когда и куда плыть. А главное, поплывет ли Тэхюн. Хозяин дома не, заставил долго себя ждать. Возможно, он увидел приближение Чунгука, а может, услышал, как тот думает о нем. Но вот он показался из оранжереи, одинокий и красивый, такой, каким Чунгук видел его с самой первой встречи. И раз уж в его силах было решить, какую роль хозяин дома сыграл в страшных событиях прошлого, он выбирал невиновность. Когда Тихон оказался рядом, Чунгук несколько минут просто смотрел на него. Возвращаясь из леса, он все гадал, поменяется ли теперь его восприятие. Но вот хозяин дома стоял совсем близко, и Чунгук не чувствовал совершенно никакой разницы между тем, как видел его сейчас и несколько часов назад. Но главное, этой разницы не видело его сердце. Чунгук потянулся к чужой руке, перехватил ее и облегченно выдохнул. Без доли сомнений понимая, что его место здесь, рядом с Тэхёном. Вам не становится слишком много чувств, Чунгук. Тэхён нарушил тишину, пытаясь объясниться. И мне страшно. Чунгук посмотрел ему в глаза, а затем молча потянул за руку, разворачивая к себе спину и обнимая. Тэхён неуверенно прижался к его груди и громко вздохнул. Чунгуку хотелось верить, что это был вздох облегчения, потому что Тэхён тоже чувствовал их связь. Они стояли молча, пока вокруг просыпались ночные звуки ласточкиной лощины. Чунгу был уверен, что Тэхён поспешит его оттолкнуть и сбежать, если заговорить о серьезном и важном. Поэтому он приготовился заговорить о единственном правильном. Он приготовился произнести слова, на которые его натолкнул Сахджин. Единственно правильные слова, после которых Чунгук надеялся, больше не придется искать. Слова, после которых больше не придется задавать вопросы. Он приблизился к уху Тихиона, чувствуя, как тот сжался от теплого дыхания. Губами прикоснулся к мочке, оставил поцелуй. Чунгук не хотел торопиться — но он также чувствовал, как соприкосновение с чужой кожей покалывает губы. Им не терпелось сказать, не терпелось произнести. — Я люблю тебя, — сказал Чонгук на выдохе. Да — Ты, он замер. Он превратился в натянутую струну, готовую сорваться от одного лишь неправильного звука. Чонгук терпеливо ждал, тоже не двигаясь. Впервые ему было все равно. — Замедлилось время или спешила к рассвету. Впервые его время сосредоточилось в чужих вдохах и выдохах, в биении чужого сердца. «Любишь?» Тихон переспросил едва слышно, все еще застывший и неуверенный. «Люблю», — сказал Чунгук шепотом, а затем повторил громче. «Я люблю тебя, Тихон». Тихон заерзал в его руках повернулся к нему лицом и посмотрел в глаза. Он смотрел, смотрел, смотрел. Целую вечность по меркам Чунгука разглядывал его лицо, как будто искал сомнения, искал подтверждение того, что ослышался. Но Чунгук видел черешневый красный на чужих щеках, на чужих губах и знал, что их отражение в его глазах считать можно было лишь одним способом. Он любит я. Утром Чунгук проснулся один. Одеяло рядом все еще хранило чужое тепло. И Чунгук, потянувшись, перекатился на сторону Тэхёна. На первом этаже хозяина дома не было. Возможно, он убежал в оранжерею, потому что активно цветущие орхидеи требовали большего ухода, чем обычно. Чунгук улыбнулся, представляя, как заботливо в эту самую минуту Тихион обрабатывает растение. Вспомнилось ночное признание. Вспомнилось, что Тихион его не отверг. Да, он не произнес ответных слов, но Чунгуку этого было и не нужно. Пока его чувства принимали, пока тянулись за ними, никакие слова были не нужны. Чунгук улыбнулся шире. Он не знал, что высказанная вслух любовь окрыляет настолько Захотелось приготовить Тихену завтрак, порадовать, когда он вернется из оранжереи. Чунгук еще раз потянулся и сел. Он услышал крик, когда шел на кухню. Крик. Животные раздирающие. Крик Тихена со второго этажа. Чунгук вздрогнул. Дурное предчувствие обожгло горечью рот. Крик не смолкал он кричал, словно его раздирали на части. Тревога и страх ослепили Чунгука. Он рванул к лестнице, замешкав лишь на секунду, прежде чем новый порыв крика почти вое толкнул его на первую ступень, затем на вторую, третью. Чунгук взлетел на второй этаж, забывая о предостережениях, нарушая запрет. В ушах его звенел чужой голос. Перед глазами мелькали картинки одна страшнее другой. «Тэхион!» — позвал Чунгук на площадке второго этажа. Крик не смолкал. Чунгук явно никто не слышал. Он огляделся, но на площадке была всего одна дверь. Дверь, из-за которой доносился крик в перемешку с рыданиями. Чунгук снова замешкал на мгновение, за которое тревога шептала, что, открыв эту дверь, он нарушит не только данные Тэхёну обещания, но и установленный ход вещей. Чунгук не был фаталистом, но он чувствовал, что Ласточкина лощина не простит ему вмешательства. Рыдания не смолкали. Чунгук не знал, что увидит за дверью, но знал, на что идет, поворачивая ручку. Он не раз представлял, что может скрываться на втором этаже. Самые невероятные картинки преследовали его по ночам. Но Чунгук не мог подумать, что на втором этаже окажется всего лишь комната. Обычная комната с большим матрасом по центру, деревянным столом у окна и маленькой раковиной у стены. Комната, по которой были заботливо расставлены птичьи гнезда, кормушки с едой и наполненные водой миски. Но вовсе не поэтому Чунгук застыл на пороге. Вовсе не поэтому жал дверную ручку до побелевших костяшек. Его сковал ужас. В центре комнаты на полу сидел Тэхён, Его Тихион, надрывающийся от крика и рыданий, удерживающий в руках мертвое тело птицы. Мертвую ласточку. Чингук не мог пошевелиться. Глаза его лихорадочно бегали по комнате, натыкались на все новые маленькие тела, обездвиженные, лишенные жизни. Мертвые ласточки. Чингук хотел сморгнуть на вождение. Это не могло быть правдой. Ласточки ему привиделись. Но снова и снова его взгляд натыкался на крошечные тела, безжизненные перья на деревянных половицах, застывшие в изломанных позах, онемевшие. Холод прошелся по комнате. Чунгук почувствовал его дыхание. Рука его как будто заледенела на дверной ручке, но он боялся ее опустить, боялся потерять опору. Тахион продолжал рыдать, раскачиваясь вперед и назад, боюкая птицы, которая никогда не проснется. Он озирался по сторонам. И когда глаза его замечали, новое мертвое тельце кричал сильней, словно раненое животное. Тахион кричал так, словно мертвые птицы забрали с собой и его жизнь. — Тахион! — позвал Чонгук, заикаясь, но делая шаг вперед. — его качнуло, но он удержал равновесие. Перед глазами, куда бы он ни взглянул, были мертвые птицы. — Ты хозяин дома не откликнулся. Только крик оборвался, сменился тихими рыданиями. Чингук сделал еще один шаг. Только тогда Тихион словно заметил его. Он поднял на незваного гостя глаза, и вместе со слезами Чунгук увидел в них злость, которую должен был увидеть с самого начала. Чунгук понял, какой ошибкой было его присутствие рядом с Тихионом в болотном доме, в Ласточкиной лощине. Чунгук понял, что все произошло из-за него. Птицы погибли из-за него. — Тихион, я... Он пробовал оправдаться, не слыша, что за слова срываются с его губ. — Прости, я... — Пошел вон, — произнес Тихена одними губами, глядя на Чунгук снизу вверх, но пригвождая блеском черных глаз к земле, придавливая чувством вины горьким и холодным. «Тихен. — Тихен... — Убирайся! — закричал Тихен с новой силой. Чунгук отшатнулся, чужой крик звучал словно пощечина. Он чувствовал, как почва все же уходит из-под его ног, как весь он делается ватным и бестелым. «Убирайся из моего дома!» — продолжал кричать Тихен. — «Уходи прочь! Навсегда!» «Позволь объяснить!» Чунгук пытался вставить хоть слово, толком не зная, что собрался объяснять. «Клянусь, Чунгук, если ты сейчас же не исчезнешь из моего дома!» И я убью тебя. Чунгук споткнулся о последние слова. Он смотрел на Тихена, а сердце его кровоточило, как будто давно убитое. Слова, сказанные тихо, продолжали звенеть, отскакивать от стен, ранить. Чунгук сделал шаг назад, еще один. Он приближался к двери. Он ждал, что Тэхён его остановит. Он знал, что хозяин дома этого не сделает. Ченгук переступил порог. Сердце его рвалось из груди тем яростней, чем дальше он отходил от Тихена. Они давно были поломаны. Каждый по-своему. Чунгук спускался по скрипучим ступеням, осознавая, что его сил было недостаточно. Его было недостаточно, чтобы распутать червоточащий клубок из тайн. И его ошибкой была наивная вера, что колдовство падет. Из-за его ошибки, его бесконечной ошибки расплачивался Тэхён. Он был прав. Тэхён всегда был прав. Бояться нужно не снов, а кошмаров, в которых оба они жили, которые Чунгук сделал реальностью. Лодка оставалась единственным, что видел перед собой Чунгук. Он двигался к ней по выжженному мху, не оглядываясь назад на лощина никогда не играла честно, и Чунгук был настоящим глупцом, решив ее обыграть. Она провожала его молча, но торжественно. Чунгук кожей чувствовал ее ликование. Забираясь в лодку, он слышал ее шепот. Вставляя весла в уключенные, он слышал, как переговариваются воды болота. Чунгук, наконец, получил желанную свободу. И ценой ее были мертвые ласточки. Он греб неосознанно. Глаза заволокло пеленой, все вокруг молчало, и загадки больше не имели значения. Отдаляясь от болотного дома, Чингук терял чувствительность. Отдаляясь от Тихюна, он умирал. Когда горло подступили рыдания, Чингук все же обернулся. Болотный дом заволакивал туман. Он стелился по берегу и тропинке, ведущей к заднему крыльцу. Чунгук старался разглядеть Тэхёна, хотя знал, что больше его не увидит. Мороком перед его глазами стояли разбросанные по полу безжизненные тела. Мертвые ласточки. Je crie, pourquoi je pleure Je crois capter des ombres.